Всем привет! Приехала такая посылочка от моего подписчика. Купил я у него фотоаппарат и часы. На новой почте все уже получил, проверил, открыл, расплатился, самое главное. И сейчас будем вам показывать. Итак, купил я часики. Вот еще одни. И фотоаппарат. Давайте вам часы покажу. Самые обычные, самые простенькие, только как на снятие позолоты. Вот и все. Это у нас 20 микрон позолоты и обычные женские часы. Чуть ли не в каждой семье они есть. Это у нас Чайка. Это Москва. Золото 20 микрон. Прямо так и написано. Прикольные часики. Я их тоже сдаю на позолоту, поэтому пойдут до общей кучи. Ну и самая вишенка на торте, друзья. Сейчас вы все увидите. Но начнем мы вот с этого, 50 лет октября. Если кого-то заинтересует данный фотоаппарат Зорки 4, а на нем объектив Юпитер 9. Мне такой оптики классной где-то, ну, около десятка где-то уже прислали за 2,5 года ведения канала. Обожаю Юпитеры 9, Юпитер 3, тоже классные. Мои, наверное, самые любимые объективы. Ну, вот такая оптика. Защитная крышка. Все щелкает. Ну и такой приятный бонус, 50 лет октября, юбилейная тушка. Друзья, если заинтересовало, пишите, звоните. В последнее время очень много подписчиков покупают мои товары, поэтому будьте первым. Также, если у вас остались какие-то советские, немецкие фотоаппараты, объективы, бинокли, подзорные трубы, я также их готов покупать, если вы находитесь на территории Украины. Как вы видите, люди присылают мне все через новую почту, поэтому все быстро, надежно и качественно. Вы делаете фото качественные на Viber, на WhatsApp и присылаете мне, как это сделал Сергей. Бывший уже владелец данного фотоаппарата и объектива, часов также. Также часы меня интересуют, ну и вообще очень много различных советских предметов антиквариата. Также есть у меня обучающий курс, после прохождения которого вы начнете понимать, как по советской фототехнике нужно зарабатывать, какие именно нужно покупать объективы, фотоаппараты, бинокли и так далее. И топовый курс по часам. Его прошли даже блогеры, которые ведут каналы, и остались довольны. Также и вы останетесь довольны, потому что часов еще в принципе достаточно много, поэтому успейте запрыгнуть в последний вагон. Они исчезают, исчезают, их все меньше и меньше. Но по-прежнему они еще есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!